اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم له جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Правдив великий Аллах. Дорогие уважаемые братья и сестры, мы собрались, чтобы поговорить о сподвижниках и сподвижницах, да будет доволен ими Аллах. Сегодня нам с вами нужно кое-что понять. Конечно, о сподвижниках можно говорить очень много. Можно целый день говорить о правдивейшем Абу Бакре. Да будет доволен им Аллах. Целый день можно говорить о каждом из праведных халифов. И еще останется. Можно сделать недельный курс на тему жизни одного из праведных халифов. И все равно не хватит времени. В плане знания можно сказать очень многое. Но я хочу, чтобы вы сегодня поняли саму суть. В чем она? Вот смотрите, сколько сегодня есть исламских книг. На арабском, на английском. Но сколько? Тонны. Даже не сосчитать. Да? Ребят, вы спите или что? А, вы же не читаете книг? Да, забыл. Сестры, вот сколько книг? Но этих книг вот просто реально. Тонны. А у сподвижников да будет доволен Аллах ими всеми. Всего одна книга была. Священный Коран. У них не было даже книг с хадисами, пророк запрещал записывать его слова, чтобы записи с его изречениями не смешались с Кораном. Сподвижники запоминали слова Пророка наизусть. Коран тоже заучивали, но Коран еще и записывали. У нас с вами тоже есть Коран, и еще есть книги с Хадисами. Но есть большая разница. Разница в том, что сподвижники, да будет доволен Аллахими всеми, придерживались Корана и Сунны в точности, как велел Аллах. Если Аллах сказал, о те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, Аллах поможет вам, они буквально это понимали. То есть я помогаю религии Аллаха и ожидаю помощи Аллаха в своих повседневных делах. Когда Аллах говорит, о те, которые уверовали, хотите помощи от меня, тогда придерживайтесь двух вещей. Во-первых, прибегайте к терпению. То есть изо всех сил придерживайтесь велений Аллаха и велений Его посланника. И второе, прибегайте к намазу. И Аллах говорит, Поистине Аллах с терпеливыми, то есть я, Аллах, буду с вами. Они понимали это буквально, Аллах будет со мной, когда я буду читать намаз. Они слова Аллаха принимали так, как Аллах сказал. Если Аллах сказал, он со мной, он будет со мной. И с таким настроем они такой намаз читали. Такую связь с Аллахом они устанавливали. Когда Аллах говорил, нужно делать вот так, и они именно так и делали. Посмотрите на первые три откровения. Первым откровением было слово «читай». Это начало 96-й суры. Аллах говорил им «читай». И поэтому они образовывали себя. Первое откровение. Пять аятов из суры «Сгусток». Эти аяты на тему знаний. То есть нужно пополнять знания об исламе. Второе откровение – сура «Закутавшийся». В этой суре Всевышний Аллах говорит, в моменты уединения устанавливай связь с Аллахом. То есть ты получаешь знания, а ночью ты укрепляешь свою связь с Аллахом. Или днем, в моменты уединения. Аллах говорит, «Простаивай ночи без малого». Половину ночи или чуть меньше этого? Или чуть больше этого? То есть больше или меньше, но одно должно быть точно. Половину ночи ты в молитве простаиваешь. Меньше половины или больше? Аллах говорит, что один момент должен присутствовать. Аллах говорит, и читай Коран размеренным чтением. Что же такое размеренное чтение? Смотрите. У всего есть определенный период. Если его соблюдать, то вы в том или ином деле получите хороший результат. Например, пирог печется 45 минут. Братья, вы меня слушаете? Сколько пирог готовится? Не знаете. Сестер спрошу. Сестры, сколько? 45 минут. Именно. Если попытаешься испечь пирог за 5 минут, что получится? Что в итоге будет? Голодный муж не пропечет спирок.